На Женевском автосалоне представили новый Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил широкую радиаторную решетку, двухэтажные фары, массивные колесные арки, новый дизайн боковых зеркал. Новый Santa Fe стал длиннее на 7 и шире на 1 сантиметр. Объем багажника в пятиместной версии 625 литров, можно увеличить количество мест до 7. Моторы. Бензин двухлитровый 187 лошадиных сил, турбочетверка 235 лошадиных сил. Дизель 186 и 202 лошадиные силы. Появилась новая восьмиступенчатая коробка передач. Приборная панель 7 дюймов. Проекционный дисплей позволяет читать показания приборов на лобовом стекле. Адаптивный круиз-контроль, функция Rear Occupant Alert, которая не позволит забыть о детях в салоне. Также блокировка дверей, если приближается велосипедист или автомобиль. Вы, наверное, уже смотрели ролик «Писающий мальчик». Базовая версия в Корее стоит 25 800 долларов.